18 веке, после очередного разрушения монастыря Шалинь, некоторые из монахов выжили. При этом первично ими велась работа по созданию нового стиля, новой техники. Техники, которая могла вобрать в себе, скажем так, то лучшее, что было в шаолиньской школе, и техники, которая, скажем так, была максимально проста, доступна и таковой, чтобы свести обучение человека там, к 5, где-то 7 годам. Монастырь был разрушен, монахи, говорит, кто убиты, кто разбежались, но те некоторые из них и продолжили уже самостоятельно формировать этот стиль. Такой была монахиня Нгумей. Эта монахиня удалилась и уже, ведя отшельнический образ жизни, будучи и в достаточно, скажем так, серьезном возрасте, самостоятельно продолжала формировать стиль. В дальнейшем судьба сложилась так, что ну, ей, скажем так, посчастливилось, или она нашла ученицу. Ученицу звали Винчун. Отсюда появляется, почему так называется стиль. Да, ученицу звали Винчун, или полное имя Ньем Винчун. В переводе, один из вариантов перевода – это «Вечная весна». Вот, и она взяла эту ученицу, ее обучала. Уже, скажем так, когда ученица была достаточно хорошо готова, обучена, к ней начал, скажем так, легенда, как говорит, к ней начал свататься один из женихов. Она и не желала. Скажем так, не знаю. По крайней мере, история умалчивает, но она не хотела иметь ни с ним ничего общего. И в действительности, плюс слух прошел о том, что она занимается единоборствами, он также был знатоком единоборства, и он попытался, скажем так, продемонстрировать, свое физическое превосходство, на что получил сильный отпор, после чего, да, эти, скажем так, ухаживания прекратились. В дальнейшем она так дальше занималась, и позднее уже вышла замуж за того, уже, говорится, за кого захотела. Да. И людина, яку вона покохала, власне, і стала першим учнем, так? Да. Уже сформованной техники, правильно? Да, муж Лэнг Бакчу звали мужа, и он же стал первым ее учеником. Он также был знатоком единоборств, тоже был очень хорошим бойцом. Он по достоинству оценил технику своей супруги, новый стиль. И по смерти вышло так, что она умерла достаточно рано, она заболела и рано ушла из жизни. И по смерти он этот стиль назвал ее именем. В дальнейшем, в принципе, линия шла по мужской. Мужская линия была передача, но мастеров женщин тоже было достаточно много, и мастеров хороших. Ты не знаешь, погодься, зараз дуже багато, не те, що стереотипів, але це дуже багато зустрічається фраз про те, що це єдиноборство, це його техніки, це все-таки жіноча така техніка. Поясни, чому, в чому сенс взагалі цього єдиноборства, як і багато східних, силу фізичну людина не використовує, змагаючись із суперником. Що використовує, в чому там секрет? По порядку. Действительно, возможно, в определенной мере такой стереотип и есть. Он скорее более связан с самой историей происхождения стиля, не более чем. В действительности занимаются преимущественно парни, как, наверное, и в других направлениях единоборств. Хотя девушки у нас тоже занимаются, девушек много, и достаточно неплохо у них получается, и не хуже ребят. То есть, если говорить о основных, скажем так, фундаментальных основах или вообще то, из чего состоит стиль, то он включает в себя три основные дисциплины. Это отработка, собственно, техники. То есть там ударов руками, ногами, ударов руками. Про це ми поговоримо і покажемо. Це трошечки пізніше. Я думаю. Добре. Второе – это дзен или медитация. У нас, для нас, европейцев, мы называем это словом дзен, как оно является более, скажем так, понятным и распространенным. Вообще, более точно говорить, этот хьен по-вьетнамски, или это совокупность внутренних практик.
В чому він заключається? Это совокупность определенных упражнений, которые сочетают в себе, в первую очередь, ну, положение тела, то есть там в лотосе, скрещенно, или там стоя, с определенной внутренней работой. Это может быть там, с определенным дыханием, там, без него, со звуком даже, медитация с использованием звука. И третий компонент – это кхикон. В переводе с вьетнамского это кхи – энергия, конх – дыхание. Энергия или работа еще. Работа с энергией. Кхикон, он, ну, скажем так, формально можно где-то спутать, если в объяснениях с дзеном, но кхикон это так, он предусматривает все тоже определенное сочетание движений тела с дыханием. Кхикон направлен, ну, это по сути совокупность упражнений, направленных на физическое развитие, на развитие своих физических кондиций, силы, выносливости, гибкости, устойчивости к физическому воздействию, скажем так, к ударам. Ага, я зрозуміла, тобто дзен, якщо це... Имеет внутреннюю направленность. Вдосконалювання. Да, кхікон, он более, да, кхікон, он все-таки имеет более внешнюю направленность, хотя они между собой, ну, они неразрывно связаны между собой, и одно, в принципе, идет вместе с другим. То есть человек, занимаясь кхікон, он, в принципе, должен делать дзен, потому что одно усиливает другое. Я зрозуміла. Давай з тобою поговоримо про власне філософію цього єдиноборства, тому що я знаю, деякі мають на меті знешкодити супротивника, деякі тільки захист, не нашкодити занадто багато. Як в цьому випадку, можливо, тут щось унікальне, щось взагалі своє? Трудно сказать. На самом деле цели задачи боевого искусства Винчунг изначально как оно создавалось. То есть это все-таки это агрессивное искусство, несмотря на то, что хоть и женщина. То есть и Винчунг, ну, нельзя говорить, что это только там самооборона. То есть задача как можно быстро, в кратчайший срок, скажем так, овладеть партнерам, не дать ему возможность работать, ну, одержать над ним победу. То есть нельзя сказать, что только защита, только оборона. И, соответственно, техника сама, она под это, ну, к этому подводит. Я зрозуміла. Я знаю, що в тебе зараз 12 учнів. Ну, примерно, да. Але за всі ті роки, що ти займаєшся, пройшло крізь цей зал, крізь твої руки, можна сказати, дуже багато. Много, да. Чому люди не жили, залишалися, чому йшли, що, власне, найважче у цій техніці? Мені кажется, тяжелее всего то, что Винчун – это наука, и наука комплексная. То есть это не только искусство того, как бить сильно, быстро, как проводить какие-то приемы или как там не пропустить самому удар. То есть Винчун подразумевает комплексную работу над собой. Опять-таки, на самом деле поклоном в конце тренировки наша работа не заканчивается, возможно, даже начинается. То есть человек должен думать постоянно над тем, что он делает, почему он делает так эти движения, почему не иначе. Да, это все объясняется, но он должен постоянно вести анализ своих занятий. То есть какие-то вещи, многие вещи, точнее, он должен тренировать дома, тот же дзен. И это, наверное, ну, на начальных этапах и достаточно, возможно, является такой, ну, преградой. Не всегда то человек готов где-то так комплексно подойти. Хотя в реальности я, как всегда говорю, что достаточно хотя бы начать ходить, заниматься там 3 раза в неделю, заниматься стабильно. И постепенно человек, то есть, будет наращивать для себя нагрузку. Естественно, сразу и все, ну, это нереально. То есть он будет постепенно будет изучать движения, изучать новые движения, на основании их изучать еще новые, там, третьи движения. И так же само дома отрабатывать те или иные аспекты.
От часто, как бы, ну, понимание, сознание этого, того, что надо достаточно много сделать, как мне кажется, и человека пугает, ну просто боится. Даже, в конце концов, он боится, возможно, даже каких-то там, ну, скажем так, изменений в своей жизни, потому что так или иначе занятия не влияют на нас. Або, можливо, це звичайна наша людська лінь, друзі. Да, действительно, скорее всего... Звичайно, з собою весь час, це, звісно, вимагає дуже багато зусиль. Да. Тобі особисто, скільки ти вже років займаєшся, до речі? Ну, в этой школе я занимаюсь 5 лет, а всего, ну, где-то около 10, наверное. Да, чуть меньше. Как эта техника изменила твоё жизнь, або тебе самого, ну, в середине? Действительно, влияние есть. Когда занимаешься, ну, регулярно, то оно на самом деле, ну, так вот, оно не чувствуется. То есть не видишь большой разницы там сегодня день, вчера там или 3 дня назад. Но если оглянуться назад, влияние на жизнь большое, очень большое. Ну, скажем так, это как общее, скажем так, состояние здоровья, самочувствие, так и расположение духа. Позитивное отношение к жизни, просто, скажем так, радость от того, что ты делаешь. Там, не обязательно, это не обязательно тренировки, просто там, та работа, которую там, делаешь каждый день. То есть, вот, это, ну, это, наверное, главное. И, в принципе, вот, как я и ребятам объясняю, что, ну, скажем так, тренировки, они должны давать радость. И то есть вы должны там где-то себя хвалить за то, что вы пришли, позанимались. И между тренировками, когда вы там дома занимаетесь, или даже не занимаетесь, надо и отдыхать тоже. Вы, ну, должны радоваться, и в том числе за то, что да, вы развиваетесь. Вы что-то изучаете новое, вы делаете усилия над собой и заставляете себя развиваться. Тем более, опять-таки, я вернусь к тому, что Винчун, как наука, она очень многогранная. И человек может углубиться в тот или иной аспект согласно своих интересов. То есть кто-то может больше изучать искусство медитации, и для этого есть очень широкая база. А кто силу установил? Кто-то может развивать свое, да, тело, развивать силу, выносливость согласно своих нужд, техника, так же само. Есть оружие, то есть можно заниматься, то есть можно кому-то это интересно, пожалуйста, можно это тренировать. Стосовно зброї, я пропоную продовжити цю тему. Одне із небагатьох єдиноборств, так, яке має власну зброю, це на катана, так, як ми звикли, наприклад, на самурайський меч. Це щось дійсно унікальне, розкажи нам. Традиційним оружием, у Вінчун два традиційних оружия, это парные мечи бабочки. Бат Чам Дау по-вьетнамски, и шест, или шест до бровей. Почему шест до бровей? Потому что высота его заканчивается, то есть он, размер его, индивидуален, да, как и мечей. Размер его индивидуален, он до бровей. Мечи тоже делаются индивидуально согласно индивидуальных параметров человека. Ну, примерно вот они вот, где-то такого размера, шириной полотна в ладонь. Ага, а длиной, допустим, да, длиной, да, правильно, да, длиной как раз в предплечье. И техника их, она, скажем так, у нас сохранилась, передалась, и не как какая-то мода или дань традиции, а она хорошая, она прикладная, и она направлена на более глубокое развитие человека и проработку уже той техники, которая есть. Действительно, стоит сказать, что да, в сегодняшнем, там, в 21 веке нет уже такой необходимости каждый день ходить и носить за собой эти на поясе мечи или ходить шестом. Но смысл не в этом, смысл в развитии человека, в развитии себя и в совершенствовании посредством, в том числе, изучения техники парных мечей. Говорячи про вдосконалення техніки, себе і всього іншого, власне, хочу сказати, що, друзі, це єдиноборство має також дещо унікальне, а саме це тренувальний манекен, таку собі грушу, якщо можна так порівняти. Можна. Можна, так? Розкажи про манекен, він імітує. Он имитирует человека.
Дуже-дуже примітивно. Да, грубо, концептуально, но он имитирует человека, или даже, скажем так, он имитирует то, что человек может делать по отношению ко мне, и что должен я делать по отношению к нему. Угу. Действительно, да, Винчун есть, да, один из... Нет, это не робот. Пока нет, возможно, когда-то будут и роботы. Деревянный манекен, он направлен на шлифовку, корректировку техники, и представляет собой это вертикальный столб с руками, могут быть ноги. Делается он индивидуально под каждого человека, потому что так, как чтобы я или кто-то мог шлифовать, корректировать свою технику согласно своих антропометрических данных, там, размаха рук, длины рук и так далее. То есть он делается индивидуально. Я зрозуміла. Так, і наостанок, друзі, ми ще обов'язково поговоримо з учнями Жені, так? Але перед тим, як це ми зробимо, я б хотіла, щоб Женя розповів ще таку останню цікавинку про цю техніку. Насправді, її, можна сказати, люди не придумали, а скопіювали із рухів різних тварин. Ну, власне, які в Китаї люди бачили, тих і скопіювали. Розкажи про це 5 тварин, так? Да, дійсно, в Вінчун є несколько ряд концепцій і принципів. І одним із таких фундаментальних принципів – це є принцип або концепція 5 животних. Угу. Це журавль, змія, леопард, тигр і дракон. Несмотря на те, що, да, це такі животні і екзотичні, для нас ми не подражаем их повадкам. То есть мы не пытаемся рычать, кричать, принимать какие-то причудливые позы или там другим каким-то способом имитировать. Это в первую очередь те качества, которые человек должен взрастить в себе. Ага. А давай, например, леопард это скорость. Это скорость мышления, скорость принятия решений, это скорость движений во время там атаки, защиты. Ну, это еще есть там определенные специфические положения рук, кисти. Змея – это подвижность. То есть это гибкость мысли, гибкость, говорится, пластичность движений, гибкость в работе с партнером. То есть когда я, ну, скажем так, стараюсь нестандартно как-то подойти, принять какое-то, ну, неординарное движение, сделать движение неординарное или решение. Решение так просто. Да. Журавль – это баланс, это пластичность. То есть это и устойчивость, это легкость движений, это хлесткость движений. Это журавль. Журавль также – это равновесие. То есть это внутреннее равновесие. Ну, опять-таки, возвращаемся мы, наверное, к дзену, который учит нас, да, этому равновесию. Тигр. Тигр – это сила, мощность. Физическая сила – это сила воли, сила характера. Действительно, да, когда тебе тяжело, ты делаешь, когда тебе где-то больно, ты продолжаешь и не останавливаешься. Маешь будто тигром. Дракон. Дракон – это, скажем так, он в себе включает все, суммирует качества всех предыдущих животных, но также и, скажем так, отдельное качество – это опыт. То есть это опыт тренировок, опыт боев, это просто жизненный опыт. В принципе, это опыт. Ну що ж, друзі, якщо цього недостатньо, аби ви зацікавились цим прекрасним видом мистецтва, ще раз, як воно називається? Вінчун. Вінчун Куенпай. От їм. То ми ще більше підігріємо вашу уяву, вашу фантазію і вашу таку цікавість, власне показавши майстер-клас і невеличкі шматочки тренувань учнів Жені, ну і самого Жені. Трошки привідкрив завісу, тренуватись і змагатись, і взагалі завдавати супернику ударів вони можуть навіть із зав'язаними очима. Але перед тим я ще дуже хочу поспілкуватися із людьми, які вже от кілька років присвятили себе цьому мистецтву, ще поки що не ставши майстрами, але на такому твердому, рівному і чіткому шляху до цієї мети. Тож, друзі, не перемикайте, ми продовжуємо.
ось що вас взагалі привело у цю залу, цей спортзал? Чому прийшли займатися, чому власне залишились? Привело, скоріше всього, підтримання фізичної форми і тяга, може, бойовим іскусством все-таки. Просто поддерживать как-то, ну, адреналин здесь, традиции какие-то. Ну, все-таки интереснее, чем просто штангу таскать или здесь. Ну, а привело все-таки помимо физической подготовки, боевых каких-то навыков, еще воспитывается сила духа очень сильно. Какими-то упражнениями базовыми. Ну, тяга к активному образу жизни, наверное. Тарас, а вас що тут затримало, особисто вас? Займатися хотів ще з малку, але не вийшло, поки не дружився. Жінка підштовхнула також до цього. Тобто підштовхнула, мається на увазі, що нас знала, що мені подобається. Каже, як подобається, йди займатися, щоб не сидіти. Не сидіти, тобто не я займався, але штанга чи щось таке. Каже, подобається то, то ліпше роби то, що тобі подобається, ніж тоді будеш йти вперед. І так, як тобі кажуть, перше, чому пішов. Ну, звичайно, що те, що я завжди люблю, активний спосіб життя. Це теж дуже, можна сказати, теж один аспект. І зараз дивлюся, взагалі дуже допомагає в повсякденному житті. Так ніби здається, що тут фізичне, ніби тут здається, ніби фізичне навантаження і все, але воно допомагає і в роботі, і взагалі в простому звичайному житті. Ну, звичайно, що допомагає, які там розвиваєшся, тобто самодисципліна є. Стати ранком, також не кожен хоче чи ранком, чи вечором, чи викроїти годину часу і йти займатися. Треба теж той день знайти і так собі день так в пунктах розкласти, щоб можна було стати і позайматися. Скажіть, от це абсолютно таке східне єдиноборство, таке китайське, в'єтнамське. Нам, українцям, воно як взагалі сприймається? Мені пішло дуже добре. Тобто мені подобалося взагалі і китайські фільми, і звіль кунг-фу подобалося, кажу, з малку любив тут дивитися. А саме Вінчуй, мені, можна сказати, пішло дуже, дуже легко сприймається. Тут просто залежить, я не знаю, від чого тут дуже так і залежить, але починаєш, дивишся твоє, та й не те, як думаю, кожен зрозуміє, то якщо він бачить, що твоє, то ти будеш займатися. Не треба багато пояснити. Так, да, розглядати будь-які бойові іскусства, можна звернути увагу, що общі корні, общі движення, форми. Ну, от якщо знавці, да, бойових іскусств, тэквондо, айкідо, смотришь, и очень-очень много общего. Ну, корни идут уже Китая. И, а как-то восточные или наши, я думаю, казаки наши тоже черпали оттуда, ходили в тех краях. Думаю, может, они ведь наши черпали, скидывайте. Цікава думка, хочется отверти. Что тут найважче? Что найважче? Заставить себя перебороть, это преодолеть какие-то моменты. Не даже физически, а довольно-таки морально, волевые заставить себя. Ну, треба, кажуть, коли, якщо почнеш, якщо ти кажуть, себе взяв, тоді вже не піде, якщо то твоє, ще раз кажу. Це як наркотик, потім бросити не можеш. І останнє питання, як змінило це спорт, так, це мистецтво, будемо так казати, ваше життя особисте. Тобто, ну, внутрішньо вас або от ваш стиль життя, спосіб життя, можливо, роботу, я не знаю, от в будь-якому плані, що це змінило в вашому житті? Замічаєш за собою якісь моменти, які навіть неожиданні. Какой-то нюанс, то ли выдержка другая, то ли реакция такая спонтанная, не ожидая от себя, то есть чувствую, что тренировки не проходят даром, и что-то остается, какой-то опыт. А это подстегивает дальше совершенствовать эти навыки. Думаю, что у меня те, тоже те навыки, те, что я казал, те, что, например, навіть терпіння навіть поставил, что, кажуть, щоб займатися, також тримати, кажуть, терпіння. Помагає в моїй роботі. Тобто, чим я займаюся, мені допомагає там. І багато, що думаю, інші якості, які, так можна сказати, не перелічиш так, але вони є. Ти кажуть, час від часу просто не те, що проскакує, ти бачиш, що воно тобі, звідки воно йде. Більш спокійний, більш врівновішений. Относишся до яким-то стресом, більш плавний, не заморачуєшся.